what you said you didn't receive. What you said Mike, you didn't need. That girl is a real crowd, please. Хей, Ютубу, хей, ВКС, с вами я, Патриот 2, и да, сегодня мы с вами играем в Hello Neighbor Alpha 2, это будет последний альфа-версия, который мы с вами пройдем, и, да, думаю, больше стоит нечего говорить, и погнали, Space, по истории пойдем. О, да, это музыка, о, да. Сразу ностальгия какая-то, серьезно, у меня прям по этой музыке какие-то прям конкретно такие ностальгические воспоминания. Так, ну да, мы с вами помним, сейчас мы приедем, сейчас нажмем на И... Давай, давай, давай. Все, вот мы с вами влазим. Сейчас посмотрим на эту листовку, где мы все с вами написали. Там типа про раз, там распаковаться, там что-то посмотреть, что внутри и так далее. Так. О, да, так, это открывается, ну это, да, тут открывается. Закройся. Так. Туда мы, естественно, пройти дальше не можем, ну и ладно, хрен с ним, мне туда особо как бы и не надо, так что да. Так, ключ под камнем, я помню, это прям хорошо помню. Здорово, ворона, здорово. На самом деле, знаете, альфа 2, это такая альфа, в которой, ну, я абсолютно все помню. Ну, может, конечно, я чего-то и не знаю, но если я чего-то и не знаю, то это только потому, что я это не знал при первом самом прохождении. А все остальное я вообще прям хорошо помню, потому что, ну, как бы, ну, вы знаете, Альфа 2, она как бы сама по себе такая коротенькая, и в ней легко, типа, в ней легко, как бы, запомнить все. То есть, если в Альфе 1 или там в Альфе 3 забыть что-нибудь можно, то в Альфе 2, ну, мало вообще чего можно забыть, потому что, ну, она как бы сама по себе коротенькая игра, и как бы... Ну, я не знаю, что можно забыть на самом деле, как бы, ну, тут ничего не забыть, тут нельзя, как бы, особо ничего забыть. Так. Блин. Я помню вот ради вот этого момента с закрыванием двери из-за вот этой вот музыки, я помню перепроходил Альфу 2 до хера раз, потому что мне прям жутко нравилась эта музыка. И тогда я как бы ее не мог по какой-то причине закачать. Не помню по какой причине не мог ее тогда закачать, но я по какой-то причине ее не мог закачать, а остальное не имеет значения. Так, давайте пройдемся. Тут, естественно, все закрыто. Это каменные кладки. Тут нихера нет. Тут только шляпа. Одинокая шляпа. Новая страница в моей истории. Ловите. Прекрасно. Все. Не, подожди, еще не все. На. Может, кто-нибудь другой найдет. И не знаю, куда-нибудь применит этот ключик. Так. Может, похоже, замок найдет. Так. Тут у нас нихера нет. На самом деле дом выглядит, как будто тут все просто пустили стады быков, и они все тут размудосили, серьезно. Такое прям чувство. Вот у меня такое всегда чувство было, как бы. Ну серьезно, типа, что, не... поаккуратнее, что ли, нельзя было вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот, вот это вот, вот как, не знаю, не разрушать, а просто спокойно повесить. Почему нужно было именно обрушить это? Почему дверцы какие-то обломанные? Что за нах? Сколько вообще лет этому дому? Серьезно, сколько лет этому дому? Ладно, хрен с ним, не знаю. Так, шкаф. С шкафом же все хорошо. Сральник. Ну, со сральником, в принципе, все более-менее. Ванны. Ну, тоже вроде все более-менее. О, прикинь как. Тут даже... Прикинь, какое внимание к деталям было в альфа-версиях. Вот не то, что сейчас, серьезно. Не то, что сейчас вот в новых версиях Hello Neighbor, там, как бы, они мультяшные выходят, поэтому, как бы, там нет особого внимания на детали. Но просто вот посмотрите. Вот в том-то и плохо, что Hello Neighbor стала мультяшной. В ней больше нету прям какого-то обращения внимания на детали. Это очень плохо, это очень плохо. Так. Все, мы с вами рассмотрели дом. Теперь какая-то у меня задача, там, что-то распаковаться, да? Распаковаться же надо, типа, все разместить там внутри, да, move stuff inside. Так, погнали, сейчас распакуемся. О, да, блядь, какая же офигенная все-таки атмосфера в альфа-версиях. Так, идем сюда и... Ну и да, мы помним, сейчас нам наш главный герой сейчас заснет, а там сосед, короче, Петр, там молоко свое это сраное пьет, по сковороде кулаком бьет, ну, блин, ну, короче, вы сейчас все увидите. Ну, те, кто не знают, естественно, как бы, те, кто знает, те, кто проходил, как бы, знают, что будет. Вот, типа, Петр, сейчас он закрывает, повесил тот ключик на свою бедренную часть, тут ключ карты лежит, тут он заколачивает.
И почему-то крупный план показывает ему жопу. Не знаю почему, ну ладно. Тут он пьет молоко, вот о чем я и говорил, он, короче, херачит своим кулаком по сковороде, вот этот крик ребенка. Ну, короче, мы это все с вами прекрасно знаем и помним. И вот наш главный герой просыпается и охреневает, какого хрена меня выкинули из своего же дома. Бля, вы знаете, вот этот вот звук, который вы сейчас слышали, я не знаю, вы его слышали или нет, но... Короче, он звук, как какой-то вертолет, как будто надо мной пролетает. Как бы никакого вертолета надо мной нет. Ну ладно, да, он тут хватит орать! Заколебал уже. Серьезно, я орёт и орёт. Да спасу я тебя, спасу, куда я денусь-то. Это же главный герой, ему обязательно надо. Кстати говоря, сейчас я вам покажу какую интересную деталь. Сейчас меня, наверное, поймает сосед. Да, меня еще поймает сосед. Когда я это. Ну, короче, когда меня поймает, я вам покажу одну интересную деталь. Главное, только не забыть вам показать. Интересно, вы не знаете вообще или нет? Здорово. Бегом. Прекрасно. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Ты меня не видел, понятно? Ты меня не видел, мразь. Нет, тихо. Бля, я просто случайно раньше на и нажал. Ладно, ничего, ничего, ребят, ничего, ребят. Все бывает, так сказать. В этот раз побольше подожди. Я просто случайно нажал на и, я случайно вылез, ладно. Да, 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 еще раз здорово. Иди обратно свой телек смотри, или что ты там делаешь вообще, хрен его знает. Шагай обратно, шуруй. Хорошо так. Ты чё, блядь, серьезно что ли? Тихо, 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 сюда лезь, бегом, бегом, сюда, сюда. Ты меня не видел, понятно? Ты меня не видел, мразь, ты меня не видел. Тихо, ушел отсюда. Кыш, пошел, вот. Вон там. Вон там. Ты серьезно? Ладно, сейчас походу детали вам покажу. Ты меня не видел? Ебать ты, конечно, тут. Тихо, успокойся, пошел вон отсюда, Петр. Петр, иди, кыш, фу, 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 сказал Петр. Вот это я фартовый пацан! Видал как могу! Опа! Посмотрю ключик, посмотрю ключик! Опа! Видал какой, видал как умею, видал как умею! Тихо, тихо, тихо! Видал как могу! Могу, умею, практикую! Вот вы там что-то знаете, вот вы что-то читерили, да, вот пока он занимается, подходили, что-то забирали. А я все решил просто обычной смекалочкой, вот этой вот прекрасной смекалочкой. То есть, прикиньте, тут капкан стоял, я просто нажал, открыл, он попался. А вот так можете, вот вы такого, вот вы до такого додумались, когда приходили Альфа 2? Если да, тогда напишите в комментариях. Если нет, тогда не пишите эти в комментариях, просто напишите какой-нибудь приятный комментарий. В любом случае, вы будете писать комментарии, как бы это неизбежно. Потому что, ну я-то как бы вас знаю. Так, тихо, 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 тихо. Петр, успокойся. Подожди, где камера? Блять! Я не знаю, почему меня просто снимак испугал. Ты заманал уже. Ты меня заманал. Кстати, Дарья, я забыл, какой у меня тут. А, ну да, тут вот эта вот картина, вот эти непонятные какие-то клеточки. Да, тут дверь закрыта, собираю. Тут, кстати говоря, другой этот звук. Кстати говоря, он мне чем-то напоминает. Вот знаете, модкит последним проходили, точнее, мод на модкит. Мы с вами последним проходили. Вот там вроде такой же звук двери был открывание. Я не ошибаюсь. Скорее всего, чувак просто из Альфа 2 взял или там из прототипной версии. Тихо. Ну я открыл ключ, поэтому мне единственное нужно просто аккуратно, тихонько пробраться. Его нужно куда-нибудь отвлечь. А куда? Не знаю. Он тут стоит, никуда не смотрит. Ладно, если нету кто, погнали. Пошел в очко, иди на бой пошел, на бой, тихо, вот так бегом, бегом. Тихо, 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 блять. Меня второй раз он скримаком пугает. Ну просто он как бы, просто он резко слишком появляется, как бы естественно, что меня пугает. Так. Ты серьезно? Вот как тут оказался? Подожди.
Меня какая-то камера палит. Откуда она палит и где эта камера вообще? Так, где эта камера и откуда она меня еще палит? Ща я покажу и как не надо палить меня. Здорово. Ебать ты, Амун. Эй, тихо. Успокойся. Ебать ты, Амун. Какая меня камера с какой жопы вообще палит? Подожди. На. Короче, я видно. Ты, блядь, что, издеваешься, что ли? Ты где камера вообще? Понял, отстал. Короче, ладно, сейчас давай я вам покажу. Сейчас этот урод уйдет. Давай я вот даже куда-нибудь вот сюда вот иду, чтобы он точно ушел. Сейчас я вам покажу, какую деталь. Которую я не знаю, знали вы или нет, но в любом случае вы ее снова узнаете, как бы вы не хотели или хотели, неважно. Так. Похуй на камеру вообще, просто идем. Смотри. Ты серьезно? Короче, вот видишь вот эту тень. И знаете, на что это похоже? Это похоже на голову главного героя, который повешен. Да, я знаю, звучит жестко, но это по сути так. Подожди, тихо. Бери лом, бери самое главное. Так, и отмычку бери самое главное. Все, отлично. Теперь можешь меня ловить. Давай. Поймай меня, как мужика. Прекрасно. Да, вот такой чувак. Короче говоря, еще раз повторю, вот этот силуэт цветка, который висит. Он похож, для тех, кто не понял. Некоторые, возможно, заметили, а некоторые не. Кстати, вот этой двери тоже такой же звук, прикинь. Такой же прям звук. Короче говоря, это похоже на голову главного героя, которая повешена. Да, это стрёмно звучит, но это, ну, серьезно, так и похоже. Я, то есть, не преувеличиваю это. Серьезно, на это похоже. Так. Впрочем, зачем? Я же все по сути, открыл. Подожди, вот так вот делаем. Опа. Все отлично. Тюнь. Так, ружьишко, давай поможешь мне сейчас. Да, для тех, кто не в курсе, для ньюфагов Hello Neighbor, да. В общем, в Альфе 2, то есть, а в Альфе 2 впервые вообще появилась лестница в Hello Neighbor, блять. В Альфе 2 вообще появилась впервые лестница в Hello Neighbor, то есть в Альфе 1 и при Альфе не было лестниц вообще в Hello Neighbor. В смысле, были, но они, в смысле, были, ну вы знаете, такие ступенчатые, то есть именно вот такой вот лестницы, то есть такой привычной, не было, то есть она появилась только во второй Альфе, и поначалу главный герой, то есть реалистично, лазил медленно, то есть не быстро, как Флэш грёбаный, а то есть обычно лазил медленно. Да, это для ньюфагов. Так, подожди, почему ты не можешь взять ключ-карту, бери ключ-карту. О, да, алфавит. Вот это вот койка из Альфа-1. Вот эта карта тоже из Альфа-1. О, фига. Видали, как могу? Могу, умею, практикую. Могу еще так вот сделать. Вообще, на самом деле, я мог бы это заморочиться, там, пройти, доски открыть и так далее, но слишком много заморочек. Я, короче, решил пройти по-правильному. И я даже, заметьте, не воспользовался случаем, то есть, когда он пошел заниматься... И встал на дороге, и как бы начал заниматься, я просто у него отнял ключ и все. То есть я продумал, то есть я увидел капкан. Этот капкан, как, не включил, ну, короче, вы поняли, короче, включил, как бы не включил, как... Короче, вы поняли, завел, будет так, как-то правильно сказать. Короче, я его завел, судя... Ну, я не знаю, как правильно сказать, короче, завел, хер с ним. Я его завел... Он попался в капкан, я у него забрал ключик, и все. Видали, как я продумал? То есть я, по сути, прям прошел Hello Neighbor, Альфу 2, как это задумали, по идее, создатели. Какая мне там камера вообще палит? Да, мне хотелось... Вы думали, что я, конечно, испугался, но я как бы не испугался, я думаю, что меня это не напугало, потому что я знал, что он в любом случае ставит, но как бы... Меня другое волнует. Какая камера мне палит? Здорово. Не, серьезно, смотри. Вот давай сейчас присмотрись. Давайте я сейчас специально подойду, так и вижу. Да ёб твою мать, да ёб, Пётр, успокойся. Так, я тебе должен утихомирить, судя по всему, да? Ау. Соня, очнись. Смотри. Вот, посмотри внимательно. Это же серьезно, башка главного героя, которая подвешена. Она серьезно повешена. Какая камера мне вообще палит? Здорово, здорово, на, держи. Все, никого не звали. Тихо. Я придумал сейчас, как я сделаю, смотрите. Ты
ты, блядь, серьезно, что ли? Ты где вообще эту камеру повесил, что на ней палит? Я не вижу, где у меня эту камеру повесил, но как бы ладно, хрен с ним. Открывай. Опа, с молочком выбежал. Надо было тебе туда пилюлю это посыпать, чтобы ты лег спать. Тихо, 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 утихомирься. Эй. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, беги сюда. О, как хорош-то. Ой, прям как по плану, прям по моему. Прикинь, какой хороший вообще чел. Тихо, бегом. О, отлично, мы с вами успели. Теперь осталось только ключ-карту и все. Так, мы еще раз сейчас заведем, естественно, капкан. Капкан, иди сюда. Прикинь, даже почувствовал, что я это самое. Так, тихо, 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 тихо. Тихо. Попадись в капкан, попадись в капкан. Сука, он не попадет в капкан. Он не попадет в капкан. Он уже не попадет в капкан, нужно его как-то вот так вот завести. Давай, иди сюда. Иди сюда, беги. Как хорош, да, прям как по сценарию. Прям как по сценарию, тихо. Все, он пусть меня поймает, а я просто хочу уже как-то более-менее хорошо зайти. Сейчас мы его еще раз с помощью капкана заманим. Ну, как обычно, прям как по классике. Иди сюда, беги сюда, давай, беги, беги. Эй, беги, беги, я сказал. Беги сюда. Иди сюда, иди сюда. Кыш, пошел сюда. Ты серьезно? Ладно, ты... Эй! Ты чё, что ли, понял, что их нужно оббегать? В смысле? Ты чё, хиел, что ли? Держи. На, покушай. На, покушай. Так, сейчас у нас есть с вами время войти, и мы входим. Спросим. Все. Мы с вами в подвале. А ведь вы, думаю, те, кто алды, вы ведь знаете, сколько теорий было построено насчет подвала. Короче, ребят, алды знают, сколько было теорий вообще построено насчет подвала из Альфы 2, прям до хера теории. И, кстати говоря, я тоже по ней делал какую-то теорию, просто я, правда, уже забыл содержание, ну да ладно, как бы. Я в любом случае не рассказал, даже если бы вы понял, потому что это самое. Короче, в общем, да, единственное, что я помню, это, короче, как я объяснял, почему наш главный герой не является дьяволом, потому что это явно не... Это явно церковные, точнее, свечи, и как бы они должны отпугивать нашего дьявола, как бы наш главный герой, если он является дьяволом, но они его не отпугивают, и поэтому он как бы не является дьяволом. И да, это единственное, что помню, как бы, из этой теории, и, короче... Я помню дело насчет вот этого подвала теории, короче, блять, серьезно, я прям схватил такую небольшую дозу ностальгии, даже очень даже большую. Так, мы можем сейчас, конечно, по концовке все сделать прекрасно, но нет, я пока не хочу. Но я пока не хочу. Я... Ладно, хрен с ним. Короче, думаю, вы знаете, что там подвал дальше начинается. Короче, ладно. В общем, да, ребят, вот мы с вами прошли Альфу 2. И, собственно говоря, что? С вами был я, Evil 3.2. Ждите кое-какое интересное видео. Олдфагов это приятное видео удивит по-любому. Ну да ладно. В общем, с вами был я, Evil 3.2. И всем пока.